ты учитель? Да. Я знаю 5 боевых СУС. Я знаю 5, пошел ты отсюда. Вот так вот. Учитель, я попробую! Блин! Черт! Почему он... Блин, нужно помочь! Черт! Как так? Ты че, офигел? За что ты меня ударил? За Русь, матушку. Мне кажется, я понимаю. Роурок, я научу тебя истине. Ты знаешь, что такое истина? А что такое истина? Херистина. Ага. Блин! Реально круто! Не, ну учитель, вы, конечно, профессионал. Спасибо, что сказали. Третий урок. Я научу тебя играть на гитаре. Ты готов? Понял? Просто отвратительно. Четвертый урок — это разжечь надо костер. Я упал. Я потерян. Да что ж, блядь. Значит, костер не будем разжигать. Учитель, куда вы смотрите? Я вообще-то здесь. А, да пофиг. Да, пойдем. Ну, значит, тебе нужно всего лишь просто взять велик и... Бери вот так, велик. Ложи велосипед. Клади его. Поднимай велосипед. Начинай двигать ногами. Домофон. Слышен печальный мой тон. Как всегда. Снаружи лишь я и он. Домофон. Как сезам, прошу, откройся, камон. Нам не хватает тепла. Набираю раз, два, три. На меня ты посмотри. Я так хочу быть внутри. Пусти же меня, пусти. Мне уж давно три подъезда. Для меня не будет места. Вызов я нажимаю. В микрофон пою. Домофон, фон, фон.